Поставил метку Пилотник лодок. в жопе какой-то высаживается. Лодочками, в принципе. Нормальная виста, потому что тут горка защищает на востоке. Под хвостом. Да нет. Но если там будет... Ну, скорее всего, да. Ух ты. Там... Метка сюды. Сюды там порешают тебя точно. Там открытая местность достаточно. Где там тут дальность какая? Сразу дальность? Горочек. 3 километра. Ага. Тогда надо больше сделать. Объезд. Да. Так мы на лодках будем что-ли высаживаться? Я согласен на лодке. На лодках там 3 дня, наверное, плыть будет. Я согласен на бутылку. Это недолго. Ну, да, вам в другой канал, ну, молодой человек. На вертолете очень опасно лететь. Да, скоро чем плюс на... Она почти что прилетела, казалось. Ну, казалось, что это живут, как работает. Ну ладно. Круто, да. Ну что ж, мы хотя бы с тобой последний. Даже выше подняться, слышишь, Паш, подожди. Ставишь ли? Давай выше поднимусь. Я наверное, даже повыше поднимусь, да? Прикроюсь там? Могу я поставить? Да. Конечно. Пацаны, мы на том острове или на другом? Противника куча 130 азим. И Мишка, кажется, упала одна, лежит. Давай сюда. Паш, ставь станок. Снайпера, если можете работать, вижу, пулемет. Пулемет снайпера, работайте по пехоте. Снимаю позицию. Замеряйте мне сразу. Ставим. Замеряйте до него пока эту. Где сумка и куда мне стрелять? Нам нужны метки на. Азухи и азимут. Только не подставь. А чё это вертолёт стоит? Есть информация, куда мне стрелять, пацаны? Сейчас. Да, на 120 далеко, да. Заряжаю его. Удаление какое? Какое удаление? Удаление. Сейчас прочекаем, погоди. Аж два раза как бы пробей, так вот так вот получается. У меня линейки нет, есть какой-то линейки?
Так, подожди, где сам зуб? Зуб понял. 1200. Это верная, да, метка на зуб? Линейка есть у кого-то, ребят? 1200, 200. Израиль, ну, обычно. Я бы пошел, я это не умею пользоваться. На АГС метка есть сразу. Правее дальше. А дальность Дальность до нее. Так а что? Паша, блин! Я дошел до... Паша, скрой! Ты что, блин, бессмертный, что ли? Вообще, пиолетовый. По нам снайпер стреляет. Дальность, скажи мне. Сейчас надо глянуть. Да там меньше, какой полтора. Паша, отойди. Дальность до нее ставь километр, километр сто. Примерный прилет. Сейчас буду говорить. Пускай пока летит. Чувак,
чё-то я не видел падений. А у нас есть медик? Далеко? У меня медкит есть. Поставь километр и стреляй зимот 57. Он у меня стандартно появился, не знаю. Ну, по одной стреляю весь. Может быть я. Кому нужна помощь? Стой, пока не можем корректировать. Бери чутка левее, 100 метров. Стой, стой, не стреляй. Слишком уж влево перелет вообще. Вот сейчас было нормально, левее чутка надо. Стой, покажи. Левее, еще левее. Уезжает. Стой, 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 стой. Там ракета бегает. Дайте хоть посмотреть, куда стреляю, я упал. А, вот в строю. А, вот вижу, она куда едет, лол. Вон она. Наш 80. Вынести АКС повыше прямой наводкой через оптику, попробуй. А, мы рядом. Да. Глянь, да, я в город сейчас стреляю, блядь. А, все, увидел, 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 да. 60 азимут нанес сестры. Где Зухасом? 60. Справа стреляет он. Я сейчас кожу буду убивать, у меня нормально. Справа же, по нам, да? Азимут, да, удаление проходит. Ой, я понял, кто ранен. Кто ранен, я медик. Я. А вы сами пока не включите. Паша, 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 блин. Паша ранен. Лечите, сейчас будем на север бегать. Подожди, прикройте меня. Да тихо, тихо, я вижу его, прикрой меня просто. Да я медик просто, я его смогу вылечить полностью. А он с тобой валяется. Тихо, Паша, не двигайся только, ага. Хорошо, так.
Сейчас. Да, да, отойдите от меня. Так, я первую помощь или отойдем, Паш? Давай отойдем по-быренькому. Хорошо. Первая помощь. Так, народ, готовимся, сейчас будем на север двигаться, пешочек. Давай, может, я этого ГСом задавлю, который у нас рядом стреляет. Тогда в домик оставайся пока тут, а мы на север пробежим. Кто-нибудь прикрытие меня оставьте только. Хорошо. Келлиган, тогда с эти улитки отгрузи, Паша, все. И двигай за гонзы. Первая помощь оказывается самому себе работает. Келлиган, давай сюда, скидывай все. Так, что-то остается тут ваше с Доником, вы с Келлиганом со мной на север. Может, погнали на север, погнали вдоль берега. Где заходить надо? Погнали со мной, выкидывай улитки и просто беги за мной. Ну, выкидывай, ты за гон зайдешь, что не слышал? Давай, хорошо. Не слышал просто, извините. В гон зайду. Слышь, Паша, он близко довольно, ты ж смекаешь. Зушку заняли, кстати, свои, внимание. Сейчас без надо разберутся. Не, пока не надо, так. Хотя не уверен, что это свои говорили, может рацию захватили и дезу кидали. Это Брок был, это Брок был, нормально. Нормально, окей. Опс, это я. Случайно. Она была, кстати, последняя, Паша, заряжай. А, вот это меня глушануло. Да свист, блин. В смысле, не. Это из горки не шкада. У нас какая цель? Просто перебить всех? Радар захватить, что-то такое. Или уничтожить. Я понял себе. А чей это труп? Чей это труп? Не, нормально все, там еще есть. На восток смещаемся, ровно вот. Вон трупик на 130. Я вижу Зушка, но надеюсь, там свои, конечно. Сейчас уточню. Кто там крутится? Опа, это у нас было, это не я, пошел. Бежим, это граната прям в упор. Все-таки... Возле Зушки вроде никого, продолжаем двигаться на восток. Смотри, он где-то в метрах 15. Как перевяжешься, скажи, я буду бежать. Смотри, вокруг эта граната была в упор. Это не ГПХ. Радар стреляет снайпер. Движемся на восток. Сейчас будем двигаться ровно на радар. Азимут 120. Чем его выбивать-то можно? Да-да, есть точно. Паша, пали горку, я обхожу. Прием. Короче, духу нашу. Да, тут труп какой-то нашел. Колесо вроде бы сбили. Ушел. Паша, скорее всего, он уже... То есть... Юго-запад. Я себе ГП возьму.
сиди пока в кустах. Рюксор? Ну, короче, мы летели, первый вертолет там где-то летал. У меня двое ФКшников, короче, проснулись, сели на стрелка, короче. Мы летим вокруг острова, нас сбивают просто первой рандомной очередью. Я сажаю вертолет, короче, куда-то, ну, на юг. Но мы практически вдоль берега летели, потому что ничего не видно было из-за тумана. Сели, короче, и я с пулеметчиком вышел, еще, короче, с каким-то типом. Начали с юга обходить. Пулеметчик где-то потерялся, то ли сдох, то ли что, короче. Я Брока нашел, который это, ну, на другой вертушке летел и разбился. Он, типа, тоже живой был, но вовремя с парашютом выпрыгнул. Я его вылечил. Мы гоп-стопнули, значит, Зушку, да? Там несколько человек положили. Отняли ее, поехали на Хум, чтобы помочь вам. И нас расстреливают Рексар, короче. Кого Рексар? Это мы вас расстреляли в Тригеле с ДШК, и я с СКС стрелял, у нас снайпер стрелял. Рексар с двух этих ангаров стрелял. С печенегами. Ну, он нам помог, значит, нормально. Там вообще насрать на ваши СКС было. Это, что-то аддон дальности не работал. А я смотрю... Обе лежит. Я только прицелился, он меня убил. Просто с одной пули. Ох ж этот вал. Ты человек остался. Ой, какой-то зверь везучий. Угу. Вы чуть два раза в голову попали в сейс. Интересно. Это сдоник, блин, а? Я думал... Да-да, вот я решил полутаться. Ай, блин. Как я так упоролся? Я знал, что есть второй гид отбил. Пашка, а ты-то что там бегал? Ты с Нагайси был? Я уже к вам подошел уже вплотную. Кто класс? А, что-то у нас куда? На вся оборона-то делась. Еще. Офигеть, а как они умерли-то? К ним же никто не подходил. Ну, возле Зушки несколько человек. Сбитые, короче, игрушки отомстили. Он спидер, я решил там кататься, короче, его убили. Да? Терпения мне не хватило немножко, надо было еще подождать там.
и подождать. Блин, я же видел, что ГВС еще полный. Я думаю, ну все равно же придут же. Подумал же об этом. Идите куда-то. Не хватило.